Гвинея скорбит по погибшим в давке зрителям рэп-концерта, который проходил 29 июля неподалеку от гвинейской столицы Конакри. По данным медицинских работников, жертвами трагедии стали по меньшей мере 34 человека, в том числе несколько детей. Еще больше пострадавших находится в городской больнице. Президент Гвинеи Альфа Конде объявил неделю траура. На концерт местных рэп-групп на пляже Ротома собралось около 10 тысяч человек. В основном это были подростки и дети. Пляжи в Конакри сравнительно небольшие, к тому же входы на них достаточно узкие. После этих событий мы издали запрет на собрания на пляжах. Вчера люди обратились к начальнику полиции, заявляя, что на пляже слишком много людей. Глава полиции спросил местных чиновников, была ли проблема на пляже. Глава района ответил, что не было никаких проблем. Президент также сообщил, что после трагического инцидента уволил главу правительственного агентства по организации концертов. При этом причина возникшей давки пока не названа. Полиция продолжает вести расследование. Печальное событие на концерте произошло в то время, когда силы медицинских работников страны брошены на борьбу с эпидемией лихорадки Эбола.